Трагедия в Керчи. Здесь не подобрать слов, насколько это ужасно, страшно и больно. Но это произошло. Теперь давайте искать виноватых среди тех, кому похуй. А похуй здесь, сука, абсолютно всем. Похуй родителям, которые не замечали, что происходит с их ребенком. Которые, сука, банально не могли спросить, как у тебя дела. Зайти на его страницу в социальных сетях. Посмотреть, что, сука, у ребенка уже кукушку сносит, блядь. Что он, блядь, всем своим естеством кричит, блядь, мама, папа, помогите, блядь, люди. Блядь, я хочу общения, вы понимаете, блядь, меня не замечают, но всем похуй. Похуй, блядь, чиновникам, которые, сука, обещали, блядь, установить современные пропускные системы и охранные системы, блядь. Им похуй, блядь. Хуй с ним там, разберемся. Случится еще раз, попиздим. Похуй. А в этой шараге, блядь, из безопасности стояла только, сука, женщина. У нее, наверное, была такая веревочка, блядь, и она пропускала людей. Все, блядь, больше нихуя, наверное, не было там, блядь. Потому что какого хуя, блядь, чувак прошел, блядь, с оружием? Это пиздец, блядь, какая тупость, блядь. Но главное же, что у нас в стране? Поднять цены на бензин, поднять цены на продукты, поднять пенсионный возраст. Главное все поднимать, да, уважаемый ВВП, блядь. А, люди схавают, блядь, похуй. Россия же, сука, это не про людей. Россия это, сука, про животных, за счет которых можно зарабатывать деньги. Похуй. И теперь давайте, блядь, на всех федеральных каналах делайте миллиард и одно шоу про то, как, блядь, люди с большими головами умными будут пиздеть, что делать, кто виноват. Но нихуя, сука, не сделают. Просто попиздят. Попиздят, им дадут деньги, они разойдутся, пойдут хавать, блядь, лобстеров, пить кристалл, блядь. Правительство в России все больше и больше похоже на кухню, где собираются мужики в майках, пьют водку и громко вздыхают, блядь, типа, ай-яй-яй, произошло, произошло, ой, как плохо, ой, как плохо. Сука, блядь, теракт в Петербурге, блядь, пожар в Зимней Вишне, нападение на три школы, и вот сейчас в Крыму. И что, блядь, да ничего, похуй, блядь, Единая Россия, нам похуй. Блять, это же главное всему миру показать, что мы пиздатая страна. Провести чемпионат мира по футболу за 800 миллиардов. А то, что внутри гниет, да похуй, блять. Сука, Россия это ебаная конфета с говном. Типа, снаружи пиздатая обертка, а внутри, сука, насрано. Это же, блять, уму непостижимо, что происходит. И, блять, тут не надо быть оппозиционером, чтобы понимать, что люди, которые там находятся, как минимум некомпетентны, блять. У меня все, сука. Саянара нахуй.